Всем привет! Современному человеку не хватает справедливости. Вокруг ложь и обман. Поэтому сегодня поговорим, что такое справедливость, но на примере простой такой сказки. Итак, представьте, как-то бег обратился к хадже. Пришел к тебе по нужде, запекли мы на обед гуся, да разделить без обиды нельзя. Чтобы в обиде никто не остался, чтобы всем кусок достался, мне и жене, и сыну, и дочке за помощь на тебе денежек-мешочек. Хаджа согласился разделить гуся. Справедливость моей жизни стезя. Покажу тебе свое мастерство, как за столом не забыть никого. Сидит за столом вся бека семья, с ними хаджа, справедливый судья. Известно, что важнее всего голова, тому голова, кто в доме глава. Вот тебе бег по заслуге кусок. Это первый справедливый урок. А следом урок под номером 2. Куда шея, туда повернет голова. И жене твоей, конечно же, шею, ведь она вертит головой твоею. Сын твой с тобой в единой упряжке, и ему за работу гуся под веляшки. А дочка твоя, красотка, вот-вот из дома выйдет свободный полет. И чтоб жизнь ее была легка, от гуся даю ей 2 крыла. Справедливо рассудил я дивно, и остается самому середина. Вы же рядом с друг дружкой, а я в середине, значит, это моя тушка.